Ансамбль детей из интерната слепоглухих «Сергиево Посада» вместе с победительницей всероссийского конкурса «Голос» Еленой Максимовой открыли 8-й фестиваль «Звездный сад». На празднике детского творчества присутствовала и Марина Захарова, министр образования Московской области, которая пожелала ребятам развивать свои таланты и не останавливаться на достигнутом. Это еще одна возможность нам увидеть, понять, поддержать и не терять веру в то, что у наших детей все будет хорошо. Алиса Мудрова, как маленькая принцесса, не боясь, вышла на сцену и спела песню. Она мечтает стать певицей и занимается вокалом с 5 лет. Вокал мне нравится. Я люблю петь и вообще мне нравится. О чем ты мечтаешь? Чтобы выступать на сцене. Около 200 талантливых детей, независимо от их физических возможностей, собрал фестиваль. Задачей этого проекта и является то, чтобы детские мечты сбывались. Они обычные, хорошие, талантливые дети. И самое главное, дай Бог им здоровья, чтобы они были здоровы, а талант он есть у любого ребенка. Мы здесь уже второй раз. Для нас это большая радость и большая честь быть приглашенными на это замечательное мероприятие. Мне кажется, самое доброе, самое искреннее и настоящее. Все участники творческого марафона получили подарки. Но для полного счастья детям, как говорят они сами, нужно и многое другое. Друзья. Друзья. Ну, я думаю, то, что надо выступать, друзья нужны, чтобы сбывали все мечты. Хорошо. Чтобы быть счастливым, нужна большая дружная семья. Все присутствующие на фестивале взрослые и дети чувствовали себя на празднике одной большой дружной семьей. По традиции все желающие отправились сажать новые кустарники. Детям это занятие доставило еще больше радости. Наша задача взрослых – сделать так, чтобы на лицах наших детей постоянно была улыбка, чтобы мы не видели их слез. Посаженные в этот день молоденькие кусты в следующем году своими цветами будут приветствовать новых участников фестиваля. Людмила Медведева, Сергей Ларин, Видное ТВ.